Меня зовут Дмитрий, компания «Спецпартнер». Это Роман. Меня зовут Роман. Главный стропаль Роман. Роман, розовый бицепс. Давай. Сейчас будем снимать. Крил. Сука, ну чуть-чуть, давай, Роман. Опа, есть! Смотри, недовольное лицо, Сегодня 13 декабря, старый Новый год, точнее ночь 13 на 14. Меня зовут Дмитрий, компания «Спецпартнер». Это Роман. Меня зовут Роман. Сегодня выполнили работу серьезную по установке, точнее по снятию трансформатора, прибывшего в Красноярскую подстанцию. Трансформатор весом 49 тонн. В разгрузке участвовал, на заднем плане стоит самоходный кран «Кобелка». Спереди уезжает кран «Зумлеон» 35 тонн. Трансформатор снимали с трудом. В заднем плане вы можете увидеть трансформатор новенький. Весной установим нашу энергоподстанцию в Южанке. Вот кран уезжает, который мы вытягивали на бульдозере сегодня. У нас с того подъема кружом вот этим трансформатором. Бульдозер был поставлен вовремя, та же компания «Спецпартнер», использует Т-170. Все довольны, вот сотрудник компании. Все, настроение отличное. Маленько согрелись, работу выполнили быстро, качественно.